Второй сезон сериала «Обоюдное согласие» состоял из 6 серий. Вы наверняка с огромным нетерпением ожидаете даты выхода 3-го сезона данного сериала. Съемочный процесс данной картины проходил в столице России, а также в Крыму. Сыгравший в первом сезоне Виктора Нестеренко Андрей Козлов не зря кажется зрителям знакомым. Много лет он был известен не иначе, как магистр игры «Что, где, когда», где Андрея роль в сериале «Обоюдное согласие» стала одной из первых. А желание снять сериал стало известно еще в 2016 году, когда начали писать сценарий. Зато съемочный процесс первого сезона занял всего 2 месяца, второй сезон снимали чуть больше 2 месяцев. Съемки 3-го сезона анонсированы на лето 2024 года, а премьера данного сериала назначена на весну 2025 года. А чтобы не пропустить детали, подписывайся на наш канал.